Махачкалинском аэропорту появится новая взлетно-посадочная полоса. Подготовка к ее строительству начнется уже в этом году. Длина полосы составит 3 километра и 400 метров. В свою очередь планируется расширить перрон до 40 стоянок для самолетов, построить новую аварийно-спасательную станцию и обновить электрические сети. Добавим, что в конце года также будет введен в эксплуатацию новый терминал аэропорта для обеспечения международных перевозок. Все эти изменения будут реализованы в рамках второго этапа реконструкции.